Здрасте. Ой, здравствуйте, проходите. Добро пожаловать. Ой, кто пришел? Привет, скажи привет. Сегодня, смотри, это тетя Юля, она сделала тебе квартиру. И не только. Да, очень рада вас видеть. Наконец-то этот день настал. И мы готовы показать наш рум-тур, который молодой человек будет сам лично проводить. Поэтому проходите, давайте будем всем рассказывать, что мы тут добились. Да, пойдемте. Пойдем посмотрим, что у нас получилось. Так, давай-ка мы пройдем с тобой сюда. Ой, ну долгих, сколько месяцев в итоге у нас получилось? Где-то, ну вот, 5 месяцев около точно. 5 месяцев, да. Ну и понятно, что из-за событий какие-то процессы остановились, какие-то вещи, которые нужно было доставить, застряли. Вот, но в итоге мы все получили, и сейчас все готово. Ну, я прям вспоминаю, Юль, как мы здесь в первый раз встречались. С вами, когда еще ничего не было, когда была просто коробка. И было немного страшновато вместиться все это или нет, то, да, что мы запланировали. Да, мы не понимали, получится или нет, но в итоге получилось. Мы сделали трехкомнатную квартиру из квадратуры 58 квадратов. Да. По итогу у нас, то есть это вот зал с кухней и студией, у нас есть наша спальня. И отдельно даже детская комната. И еще большой санузел. И большой санузел, да. И, кстати, вот с детской комнатой тоже история, мы потом ее расскажем. Кстати, мы никогда никому особо не распространялись, но именно вот здесь, на этом месте, в этой квартире, я Лауре сделал предложение. Это правда. Да, и у нас даже есть кадры, мы вам покажем, как мы сюда поднялись, когда еще строилось только здание, ничего еще здесь не было, нам позволили. Да? Да. Поэтому для нас это особенное место, это не просто жилище, это вот такое место, где началась наша история, продолжилась. Да, где зарождалось наше чудо. И вылилось вот в это чудо. Ну, Юль, много было проделано работы, давайте начнем по порядку, наверное. Я, может быть, Лауру с Юлей вас попрошу сначала рассказать о кухне, может быть. Поэтому вы проходите, Юль, сюда. Лаура, отдавай мне принца. Пожалуйста. И вы будете сейчас рассказывать... Что у нас в кухне и как вы это сделали? Я хотела кухню своей мечты, вот, объяснила Юле, что я хочу, и сейчас она все расскажет. Изначально у нас была проблема совместить санузел и кухню, чтобы это все было не узко, чтобы здесь было удобно было ходить и удобно пользоваться. Это правда. Да, и когда мы здесь приходили на этапе черновых работ, казалось то, что в этом месте вообще, в принципе, мало что поместится. Я думала, что я буду помещаться здесь одна, честно. Да, теперь мы, в принципе, вдвоем. Здесь можно, мне кажется, еще двоих людей проместить. Это да. Вот, по функционалу мы старались максимально сделать ровную поверхность, чтобы можно было поставить на поверхность очень много приборов, которыми можно было пользоваться. Рабочая поверхность. Рабочая поверхность, да, чтобы была. Даже из этого мы подняли микроволновку чуть выше. Кстати, как удобно, неудобно, потому что очень кому много неудобно. Не, на самом деле мне достаточно вот комфортно, я могу ее открыть спокойно, что-то достать, вытащить и закрыть. Ну, это очень, в принципе, да, мне удобно. Из лайфхаков, за которые мы боролись, можно так сказать, это подклеечная раковина снизу. Обязательно, чтобы вся грязь, чтобы все, что здесь скапливалось, мы могли спокойно смахнуть в раковину и это спокойно помыть. Это очень удобно. Да. Также встроенная дозатор Фэри. Надеюсь, пользуетесь удобно? Очень пользуемся всегда, да. Я думаю, наконец-то у меня нет кучу баночек, бандуры, да, которую надо наливать. Просто вот нажал, и это очень, правда, удобно. Кран с функцией сразу фильтра и воды обычной. Да. Тоже, то есть не надо ставить кучу краников. Вот, вот здесь у нас такая мини, можно сказать, поверхность, где очень хорошо вместился чайник. Да, это правда. Насчет подсветки тоже рабочей зоны, она встроена не возле края, а все-таки она светит на середину рабочей поверхности, что тоже очень удобно. Да, это очень удобно, она вот мы ночью особенно встаем малыша кормить и постоянно ей пользуемся, основной свет выключен, но вот подсветка у нас постоянно горит, честно говоря, можно сделать потише, так скажем, или посильнее свет, поярче, вот. Единственное, то, что во всех кухнях мы не смогли, конечно, обойтись без ручек. То есть мы хотели максимально это сделать. Здесь, кстати, использован галопрофиль. Если вы заметите, то он такого черного цвета, который повторяет наши черные акценты по всей квартире. Да, здесь у нас посудомойка встроенная. И здесь такая невидимая ручка, можно так сказать.
Вот, легко, кстати, все открывается. Мое любимое решение – это не делить фасад на кучу частей, да, по ящикам. Угу. Все-таки можно, да, открыть? Да, конечно, открывать. А, можно сделать вот так вот дополнительный ящик и сложить здесь всякое, всякое вот ложки, вилки, то, что необходимо. Вот, тоже галопрофиль черного цвета. Ну, это очень удобно, когда тебе все ненужное, чем ты не так часто пользуешься, скажем, скрываешь, и вот основной ящик, он постоянно есть на виду. И самое такое необычное решение, которое мы с вами думали, так сделать или не так, да, это поставить барный стол. Вообще из другой, можно сказать, стилистики к стилю минимализма этой кухни. Вот, удобно. Удобно очень ли удобно сидеть, готовить? Да, мне комфортно, что это дополнительная рабочая поверхность, это полубарный стол. Удобно, когда я с малышом, например, кормлю его и вот просто присаживаюсь. Мне не нужно ниже садиться, это вот правда очень удобно. Нам просто в комментариях писали, что это не очень удобно. Честно, для меня это очень удобнее, намного удобнее, потому что раньше, если у нас был обычный стол, то сейчас у нас вот полубарный, я его использую как рабочую поверхность дополнительную. Здесь также дополнительное освещение, тоже мы подчеркнули, с такими же черными акцентами. Что с маленьким ребенком, никогда не знаешь, когда он начнет плакать или захочет спать, поэтому у нас рокировка. Лаура укладывает Ису, а я продолжу рассказывать. Вот, наверное, важный момент, который мы обсуждали в выпусках, вы, может быть, видели процесс, это наша кухня встроенная, точнее, вот мебель. Мы заказывали мебель, вы помните компанию RS Stone, и мы очень ими довольны. Мы просто вот, мы их любим просто, потому что это ребята, которые сделали все, что обещали, сделали в срок. То, что не получилось где-то по определенным причинам или там было испорчено, переделали, доделали, в смысле нам. И мы просто вот всем всегда теперь их будем рекомендовать, потому что, мне кажется, в этом бизнесе особенно сроки, да, имеют, да, огромное значение. Очень мало компаний, которые все-таки укладываются в срок. Более того, потом мы дозаказали некоторые вещи, когда здесь пожили и поняли, что нам и чего-то... И вы не ждали очередь. Да, чего-то не хватает. Нам сказали, мы сделаем за 4 недели, сделали гораздо быстрее, чуть ли не за 2,5. Такого не бывает, чтобы вы понимали, или бывает очень редко. Поэтому RS Stone молодцы. Ну, то есть, вот вы видите, что мы сделали вот такую встроенную кухню. Как называется? Вот скрытое, да? Открывание, да, у нас. Скрытый профиль. Скрытый профиль, да, открываются. Ой. Шкафы вот таким образом, или вот так вот открываются, то есть вот ручка спрятана вот здесь, вы можете посмотреть, и мы вот не делали специально именно здесь пуш-механизм, так называемый, потому что это шкафы, которыми мы пользуемся постоянно, а пуш-механизм, ну, он все равно, у него есть износ, он в какой-то момент перестает работать, его нужно менять, ну, здесь это и не нужно, но есть ящики, где это необходимо, там, например, вот этот ящик, он открывается нажатием, условно. Вот здесь над раковиной также, просто потянул, и все открывается, все очень удобно. Здорово. Также мы заказали столешницу из искусственного камня. Вот выбрали такой цвет, я не помню, как он называется, но нам показалось, что он хорошо будет смотреться с нашим керамогранитом. Вот, и затем уже, вы помните, что мы выбирали технику, и по технике вот у нас здесь все Bosch, как вы видите, и мы, конечно, очень рады, что мы именно вот этот бренд выбрали. Лаура безмерно счастлива, вот была бы здесь, рассказала бы, потому что это крайне эргономично, удобно и экономично по электроэнергии, как оказалось. Ну, я вам расскажу просто хотя бы вот даже чайник, да, вроде бы такая обычная вещь, чайник, к которому мы привыкли, обыденная, но он, во-первых, поддерживает температуру, что очень круто для нас сейчас с младенцем. То есть нам нужно ночью просыпаться, делать ему еду и так далее. А этот чайник, он все время держит воду теплой или даже горячей. То есть он с промежутками температуры, тут есть термостат, он подогревает ее, что очень классно. Потому что раньше мы вставали, ставили воду, надо было дождаться, когда она закипит, там, или нужно было набирать в термосы и все время ждать, там, ой, точнее, вот потом остужать или что-то. Сейчас вот прям классно, спасибо. Как рабочая поверхность? Вы готовите здесь? Да, мы, конечно, пользуемся рабочей поверхностью, и мы же боялись, что ее будет недостаточно. Да. Мы прям боялись, и мы даже полубарный стол отчасти купили как продолжение рабочей поверхности. Нам очень хотелось, чтобы, ну, мне хотелось, чтобы у Лауры было достаточно места. Его более чем хватает, достаточно. Очень здорово, очень удобно. А
это не только эстетично, но еще удобно убирать, протирать. И вот то, что мы выбрали вот такую раковину, которая клеится снизу, это тоже супер. Ну и маленькие такие ништячки, о которых мы не подозреваем иногда, но они существуют очень давно. Там условно фильтр, встроенный в один и тот же кран, а не отдельно стоящий, да. Как очень часто у нас в квартирах устанавливают. Просто вот отдельный свой небольшой экран, и отсюда уже идет очищенная вода. Ну и вот это очень классно. То есть это дозатор для жидкости, для посуды. Ты просто нажимаешь на губку, моешь. Это очень-очень удобно. Не нужно отдельно держать здесь какую-то там банку, контейнер, что-то прям супер. Дальше мы переходим к нашей поверхности. К плите непосредственно. Это индукционная, как вы помните, и тоже для нас это большое открытие, насколько это удобно, быстро, как она быстро нагревается, как она остывает быстро тоже, потому что мне все время казалось, что электрическая это все-таки вот очень долго, муторно, ты будешь ждать. Но если вы покупаете правильную посуду, вот вообще просто идеально. Блинчики пекли? Оладьи я делаю регулярно. А блины еще нет, но мы купили специально две сковороды, две блинницы, потому что Лаура любит сразу орудовать двумя, поэтому мы попробуем обязательно, не забывайте, это будет в Инстаграме, подписывайтесь, досмотрите. Вот, ну и духовой шкаф наш, этот духовой шкаф просто для нас какая-то революция, потому что почему-то наш предыдущий, видимо, совсем был старый, так долго там все готовилось, тут сейчас Лаура... Там, условно, запекает курицу и там гарнир одновременно за какие-то, я не знаю, иногда 30-40 минут. Хотя раньше у нас минимум уходил час, час 20, и все идеально прожаривается, пропекается. Никогда не бывает там ни крови, ничего. Крайне удобная, ну вот все прям здорово настраивается у нее такая... Главное, что они все спрятаны, и ребенок, когда подрастет, не будет это все крутить. Это, кстати, да, вопрос безопасности, там, того, чтобы квартиру обезопасить для малыша, потому что он в какой-то момент поползет, а потом пойдет. Вот это все очень-очень удобно и здорово. Ну и, конечно, то, к чему я призываю всех мужчин, покупайте своим женам посудомоечные машины, потому что это удобно, это экономит ее время, ваши средства, все просто. Мы взяли, кстати, размер здесь на 45. Здесь 45. Удобен ли такой размер? Да, 45 нам вполне хватает, даже при условии, что приходят гости, и мы ее потом заполняем. Мы, вот, никогда не бывает, что мы делаем там два захода. Пока, в принципе, нам ее хватает. Мы хотели взять больше, но у нас здесь ограничения по пространству. Да, поэтому... была поставлена задача, как можно больше сделать рабочего пространства и ящиков для хранения. Да, ну и она так здорово просто прячется, потому что в предыдущей квартире у нас стояла вот отдельно стоящая. И, конечно, ее видно, то есть она выбивается из общего, скажем так, дизайна. А здесь все классно, все спрятано. Вот, и возвращаясь еще вот к кухне, хочу сказать, что у нас вот есть вот такие шкафчики, которые открываются просто вот таким тоже пуш-механизмом, очень удобно. Даже, так легко это ногой сделали. Да, даже, ну, практика, мы здесь пожили просто какое-то время, вот, не нужно даже там наклоняться. И, конечно же, у нас здесь есть и вытяжка тоже, которая там, она там работает с подсветкой, все дела. Мы взяли не самую большую, не самую широкую, но это тоже Bosch, и она прекрасно справляется. Хватает. Хотя, да. Да, мы переживали, мы думали, что когда мы будем жарить, вот запах будет здесь, все-таки студия, но отлично работает, мы очень рады, потому что я боялся, помните, я говорил, давайте возьмем больше, давайте возьмем шире, но для этого нужно было бы менять полностью вот дизайн. И мы сохранили фасад. И мы сохранили фасад, да, что тоже немаловажно. Классная тоже фишка, это вот эта вот штука, это включение света просто одним прикосновением, она включается, ее можно сделать более яркой, более тусклой. Вот, и это классно ночью, когда мы встаем, чтобы сделать бутылочку, потому что иса... вы не включаете свет основной. Да, иса у нас на смешанном, поэтому иногда мы, вот, когда встаем сделать бутылочку, ты не просыпаешься вот так вот до конца, как от основного света, а это приоритет. А, ну, понятно, что у нас вот есть тоже блендер, миксер, все в одном, тоже очень удобно. Лаура там может здесь измельчить лук, условно, сделать какую-то... какое-то пюре там и так далее, все, что нужно для того, чтобы приготовить еду не для ребенка, для нас. А, и даже есть классные насадки, например, венчик, то есть, если я раньше вот так вот делал омлет вилкой, то сейчас просто можно туда все кинуть, погрузить и очень удобно потом помыть в посудомойке. Хватает ли розеток? Здесь их, как мы заметили, не очень да, много. Да, мы с вами делали розетки, вот там у нас есть две, здесь есть две, посмотрите, здесь скрыты вот за вазой еще две.
две. Помните, да, что это Шнайдер, они крайне эстетичные, качественные, удобные. И очень классно подошли по цвету. Идеально подошли просто и прослужат нам много-много лет, я уверен, потому что вот уже мы сейчас пользуемся, никогда ничего не вылетает, никогда ничего там не застревает или наоборот там с кишками не вырывается, как мы с вами обсуждали. Поэтому Шнайдер просто красавцы, мы вам поближе покажем. И в спальне у нас, конечно, просто там идеальные от них розеточки вместе с питанием для наших телефонов. Покажем вам обязательно. Ну и венец творения, который отлично встроился в эту кухню, это микроволновка тоже от Bosch. Самое удивительное, это то, насколько она тихая. Мы просто в шоке, потому что предыдущая наша микроволновка, когда мы ее включали, ну, невозможно просто было скрыться от этого звука, а здесь все максимально тихо. Открывается сенсор, но вот таким образом подсвечивается очень-очень классно. Тоже вот механизм такой же для того, чтобы задать время. Вот можно вскрыть, можно вот сделать так. Очень-очень удобно, выбрать температуру. Куча программ для того, чтобы готовить. Мы все еще, честно скажу, с ней разбираемся, потому что, ну, мега умная, много всего. Вот, но пользуемся с огромным удовольствием. И самое главное, к сожалению, иногда вот у Исы бывает чувствительный сон. И вот на это он вообще не реагирует. То есть она даже, когда все готово, отключается спокойно, не вот этим вот звенящим дзынь, а просто такой очень-очень такой деликатный звук, что, мол, я все приготовила, можете открывать. Удобно ли вам расположение? Да, да, все очень удобно. У нас вот эти шкафы, они достаточно высокие, вот, но это классное место для хранения, то есть у нас очень много, вот есть некоторые шкафы, которые мы даже еще не забили. Потому скоро забьете. Да, я думаю, обязательно обживемся, все это будет заполнено, но это очень-очень удобно, нам это очень нравится. И еще раз, Hearthstone, спасибо, вы просто мега крутые, это красиво, практично, ну просто вот, и по хорошей цене, большие молодцы, я прям очень ребятам благодарен. Мы здесь, кстати, с вами поработали еще над зональностью по свету, да? Да, и можно я вот задам вопрос, который, давайте, мне кажется, будет актуальным? Интересен, да, актуальным. Пол. Да. То есть мы не стали зону кухни выделять керамогранитом. Да. И это не ламинат, не водостойкий, то есть это паркет. Это паркет, да, чему мы очень рады, потому что, ну, во-первых, очень тепло ходить. Я не знаю, заметно нет, но вот мы ходим дома без носков. И очень часто у нас открыто окно, потому что окна на юг, в квартире очень тепло. Но мы рады, что мы не стали делать здесь кафель, потому что вот нам, мы же боялись, что там мы можем закапать, заляпать, там какой-то там сок прольем, вино прольем, но пока ничего такого нет, и даже вот хороший ламинат мы выбрали, ой, хороший паркет мы выбрали, который вот ты протираешь, он, в смысле, все очень легко сходит с него, не такой он. Я думаю, что паркет, у меня не было до этого паркета, я думаю, что он очень пористый, и он сразу вот все в себя втягивает, но этот очень круто обработан сверху, поэтому никаких страхов. Вообще, мы очень довольны. И очень приятно ходить. Очень приятно ходить, ребята. Но это прям вот другое абсолютно тактильное ощущение. Это не похоже ни на другое, ни на какое другое покрытие. Вот. Ну и вот плавно мы переходим, мы перемещаемся к нашему столу. Мы уже говорили, что это стол от Эшли. Да, а он у нас таким секретом, можно сказать, с той стороны у нас спрятаны винные полки. Это правда. Мы сейчас его развернули для того, чтобы у нас было дополнительное место, потому что иначе вот эта сторона закрывается, там полочки, но мы его поворачиваем и так тоже. Это классный стол от Эшли. Вы помните, что это американский бренд. Если нет, вы можете посмотреть выпуск о том, как мы выбирали это все. Крайне удобная высота. Вы помните, мы с вами в эпизоде советовались, спрашивали, был ли у вас опыт полубарных столов, брали ли вы их, и кто-то говорил да, кто-то был против, потому что неудобно. Мы на своем опыте понимаем, что это очень удобно. Даже вот высота стула, смотрите, Лаура там ходит с ребенком, ходит, просто подошла, присела, это очень удобно, и привстала, ну, то есть не нужно тут вот прям вот глубоко садиться, опускаться, вставать, там, бояться, что кто-то проснется, потому что кто-то может проснуться и начать устраивать нам тут
Ой, такое. Поэтому мы очень рады за эту рекомендацию. Спасибо вам большое, Юль. Он действительно подошел. И правда, Лаура там иногда может работать здесь, там что-то перенести и так далее. Или там, мы вместе, когда режем салаты или что-нибудь, она работает здесь, я работаю здесь. И это очень-очень удобно. Параллельно смотрите телевизор? Да, параллельно смотрите телевизор. И поэтому, блин, прям мы благодарны. Нам все-все очень нравится. Постепенно переходим в область нашей гостиной. Гостиной особо не назовешь, потому что не очень много здесь места, но да, в целом это вот наш зал, наша гостиная. Опять же, здесь мы поставили угловой диван, это такая, да, практика распространенная. Да, чтобы было, можно было и полулежа, и сидя посидеть. Что мы очень часто практикуем. Диван очень мягкий, я себе уже такой захотел, мне постоянно хочется на нем посидеть, я помню, развлечься. Мы, да, когда мы выбирали, вы тоже говорили, да, он очень-очень хорошего качества во всех отношениях, то есть и удобно сидеть, легко чистить, потому что иногда у нас кое-кто оставляет пятна, классно все очищается, очень здорово. Был опыт у друзей, которые делали ремонт, и они покупали тоже другие какие-то бренды, и вот буквально несколько месяцев, и все проседает. Здесь такого нет. Здесь такого нет абсолютно, и он так вот очень хорошо тебя держит, в том смысле, что и откинешься удобно, и сидишь вот. Классно. Сколько гостей вы сюда звали? Ну, мы, видите, у нас же пунктик, мы хотели все доделать, поэтому мы пока звали только самых близких. Вот, пока еще не очень много, но у нас большой словарный список. И мы будем приглашать своих друзей теперь и рассказывать им, да, о нашем доме. Вот, а быстренько просто скажу, вот, раз мы говорили о паркете, просто мы поставили тоже увлажнитель. Любой увлажнитель, в смысле, ну, вот такой, который и увлажнитель, и очиститель воздуха, потому что у нас рядом проезжая часть, мы постоянно окна открытыми держать плюс не можем. Плюс это новостройка, бетон, то есть бетон, да, все равно тянет влажность из помещения. Да, и для паркета полезно, для нас полезно, у меня аллергия, у нас маленький ребенок. Хочется, чтобы воздух был максимально влажным, и мы выставляем на максимальную влажность и очистку. Там у этой конкретной модели есть даже, как и у многих, вот функция, когда он ловит аллергены все. Единственный, наверное, такой нюанс, что нужно постоянно чистить, потому что вот он забивается, но ради здоровья стоит заморочиться и делать это. Давайте быстренько, может быть, поговорим, почему, Юль, вы, да, выбрали нам вот таким образом расставить здесь освещение. Да, здесь очень много, можно сказать, в данном помещении типов освещения, то есть основное — это наши накладные споты, дополнительные светильники наши на проводе, которые можно настраивать, поворачивать. И, кстати, на кухне больше нет дополнительного освещения, кроме шинопроводов и подсветки. Хватает ли вам этого освещения? Да, нам абсолютно хватает. Более того, мы еще даже вот после установки не развернули вот эти споты на шинопроводе. Хотя их можно в ту сторону повернуть, будет еще ярче, но нам хватает, потому что там у нас есть вот эта вот подсветка скрытая, встроенная в кухню. Да? Также подвесные светильники на столом, от которых я постоянно билась головой, когда мы сюда приходили без мебели. Пока не было стола. А потом встал стол, и теперь уже, да, этого не сделаешь при всем желании. Ну, да, да, очень красиво, очень здорово. И здесь я сейчас покажу, у нас еще есть скрытая подсветка. Скрытая подсветка LED. Это чтобы, когда вы выходили из детской комнаты, не включали основной свет, а могли спокойно пройти по подсветке в сторону кухни. Как мы и делаем, или иногда мы ночью просто оставляем ее включенной, не выключаем, потому как ночник. Как ночник, ну и потом LED много не потребляет, то есть мы не будем на это тратить огромные, там какие-то у нас не будут счета за электроэнергию, потому что все-таки LED, они мега экономичные, имейте это в виду. Ну и помимо еще, Юля предложила нам, когда мы решили, что вот мы сделаем такую зону для чтения, как-то ее вот немножечко сакцентировать за счет вот этого светильника, который у нас рядом с книжной полкой. Он у нас наклоняется, его можно любым образом там направить, если ты лежишь на диване и читаешь, то можно вот прям вот себе на книжку направить, и это очень-очень удобно. Да, пользуемся. Иногда мы просто даже вот тоже его включенным оставляем, потому что достаточно яркий, и его хватает. И это прям классно выглядит. Там вот он, видите, он рисует такой блик на стене. Это очень-очень красиво. А, кстати, полка — это шпон. Вы уже заказали самостоятельно, без моего участия. Да, это уже мы... Вот как важно, Юля говорила, вот вы поживете, вы поймете, что вот какие-то вещи нужно будет доделывать, дозаказывать, может быть, даже менять.
Вот мы пожили, у нас там вот этот был сиротский угол такой одинокий, за кондиционером, и мы на него все время смотрели и думали, чего-то не хватает, и подумали, что там можно сделать такую узенькую небольшую полку. И она очень отлично встала. Она здорово встала, она классно смотрится, она создает вот из-за этого дерева такой прямо эффект, вроде занимает вот столечко места совсем, а столько тепла дает, поэтому, да, мы очень рады. Там вот, кстати, на полке наша первая такая большая награда от YouTube, это серебряная кнопка, когда мы получили 100 тысяч подписчиков. Вот я помню, как мы, да, очень радовались. Ну и там книжки, наши фотоальбомы, какие-то памятные вещи, книжечки, которые мы и все читаем перед сном. Поэтому да. Если тоже вот говорить об этом, про этот угол, про эту сторону, вы можете обратить внимание, давайте я пройду, пойдем, что у нас вот здесь окна витражные. Сейчас я открою, наверное, будет сильный для вас пересвет. Вот, но в целом у нас витражные окна с видом на юг, поэтому здесь всегда жарко. И нам было очень важно здесь сделать, ну, блэкаут. Блэкаут, шторы достойные, которые, во-первых, будут хорошо смотреться, во-вторых, не будут пропускать. Да, но это, кстати, не блэкаут ткань, это натуральная, можно сказать, ткань из льна, просто с дополнительной еще подшивкой снизу, подкладкой. Ну, справляется классно, да. Ну, то есть и здесь, и в спальне, мы вам потом еще покажем, очень хорошо справляется. Мы подбирали все по цвету, чтобы все так плавно из одного тона перетекало в другой. Верно, верно. И нам с изготовлением помогла София, София Art KZ, отлично просто работают, нам очень все понравилось, и тюль, и шторы, все здорово. За вами, за Юлей, у нас тут вот есть такой наш маленький скрытый закуток. Может показаться, что у нас витраж вот такой загнутый, но на самом деле здесь у нас есть маленькая кладовочка. Углубление, и продолжается окно. И мы, если вы смотрели наши выпуски, не знали, что с этим делать, и в итоге мы придумали, что у нас там будет такая вот ниша скрытая, где мы будем держать наши... там все, что необходимо там, для уборки дома, даже ванночку ИСы мы там прячем, чтобы она все время в ванной не была. И там же у нас находится условно наш пылесос. Давайте я вам покажу, как это все выглядит, как это все работает. Мы вот отодвигаем это. Сейчас будет ярко, имейте в виду. Вот так вот открываем. Здесь мы можем хранить, там даже, мы же еще ремонт недавно совсем закончили, у нас до сих пор есть стройматериалы, которые вот лежат. Остатки. И у нас вот спокойно здесь выходит наш пылесос. Кстати, пылесос тоже от Bosch. Мега удобный, очень, очень яркий, очень красивый. Прям вот реально с таким в клуб можно идти, знаете. И как нам консультант рассказывал во время выбора, когда мы выбираем себе модель, он, кстати, превращается в такой пылесос на плече. Ты ходишь как охотник за привидениями, и работает от батарейки, работает долго, достаточно, и можно легко почистить машину и так далее. И, кстати, именно эта модель подходит любителям домашних животных, потому что если у вас есть питомцы, этот пылесос отлично справляется с шерстью. Вот прям вот он ее поглощает, поэтому всем моим друзьям, у которых есть домашние животные, привет и рекомендация. Диля, подумайте, вам с моей, возможно, нужен именно такой пылесос от Bosch, мега мощный, очень маневренный, вот что очень классно, в любом просто направлении отлично работает, не страшно шумный, что очень здорово, куча крутых насадок. Ну вот, в общем, к тому, чем мы пользуемся, да, это вот наш пылесос, мы потом его вот сюда закатываем, он просто встает, вот так вот отдельно стоит сам, без ничего, потом мы его ставим на зарядку, закрываем, и вроде как витраж. Витраж, ничего не мешает глазу. У нас была идея поставить здесь дверь, но потом мы подумали, будем мы сидеть на диване и смотреть в дверь. Это будет очень неэстетично, поэтому мы от этой идеи отказались. И вот нашим Сэмиком, это его зовут Сэм, кстати, мы это все дело и маскируем. Таким образом здесь стоит наш питомец, цветок. Угу. Окей. Также вот, кстати, я вам рассказал про книжную полку и вот эту консоль под нашим телевизором для нас изготавливали те же ребята, это RS Stone.
Вот крашеный МДФ, да, да, называется этот материал, Юль. Мы сделали небольшую совсем вот такую тумбу под телевизор. Изначально, кстати, телевизор это Serif от Samsung, и у него есть свои ножки. Это такой арт-телевизор, который может стоять независимо, непосредственно вот на своих ножках. Очень-очень эстетичный. Мы сначала поставили так, а потом поняли, что все-таки мы хотим тумбу для того, чтобы у нас было место все-таки для хранения. Все-таки есть маленький ребенок, который будет дергать провода. Да, он будет цепляться за этот телевизор, он будет его раскачивать. Поэтому мы поставили, заказали вот такую тумбу. На этом фасаде, кстати, интегрированные ручки. Да. Их тоже не видно. Да, их не видно, но вот они. И ты просто вытягиваешь, все спокойно открывается. Все очень удобно. Открывать не буду, потому что там куча вещей. Вот. И вы можете подумать, зачем оставлять такой большой зазор. На самом деле мы также заказали саундбар для этого телевизора, чтобы звук был еще лучше, как в кинотеатре. Тоже саундбар от Samsung, но сейчас с поставками все задерживается очень долго, поэтому мы ждем, и скоро мы установим его, поэтому середина будет вот заполнена очень красивым, тонким, черным саундбаром. У нас вообще такая черная, такая бежевая. Да. Да. Ну и, конечно, мы должны показать вид из окна, ради которого мы это жилье выбирали. Поэтому сейчас мы вам покажем, на что мы смотрим, просыпаясь каждое утро. Сладкие ножки спят, мы покажем вам следующие наши комнаты. Перейдем сначала, наверное, в прихожую, покажем, как мы все сделали, а потом покажем наш санузел. Да, пойдемте. Вы оставайтесь. Да. Спасибо. Наша прихожая, собственно, не сказать, что очень больших большая. Размеров. Да, но как-то вот все-таки все эргономично получилось здесь разместить. У нас встроенные шкафы, это гардероб, хранение, все вместе. Тоже вот очень легко открываются таким пуш-механизмом. Нам крайне это все нравится, это очень удобно. Ну и вместительно, что самое главное. Потому что на предыдущей квартире у нас было целых два балкона. И все, что не Они нужно. Были забиты полностью. Да, это был наш склад просто. Мы хранили все там, и здесь мы думали, балконов нет, что мы будем делать. Но хорошо, что мы выбрали это решение. Шкафы в потолок, то есть вплотную, для того, чтобы максимально обеспечить себе место для хранения. Да, они также в цвет стен, чтобы это все особо не выделялось. Да, да, если вы можете заметить, все плавно перетекает из одного в другое, это очень удобно. Но здесь также вот есть консоль такая... для обуви и для всякой красоты, которую можно Да, сверху. Тут у нас вот мы можем здесь бросить ключи, можем, тут стоит модем наш от интернета, можно положить тоже телефон, а внутри хранится обувь, тоже пуш-механизм. Вот таким образом открывается, и там внутри все, что нам необходимо. Здесь два больших зеркала. Вы, кстати, постоянно фотоетесь на фоне вот этого зеркала. Да, мы все время используем, теперь у нас свой mirror-look дома, есть возможность его делать. Вот у самого входа у нас есть зеркало, прям у домофона. И вот это зеркало мы используем для того, чтобы, ну вот, когда мы куда-то выходим, одеваемся, чтобы там в конце условно там, посмотреть, все нормально или нет, это очень удобно. Полностью, да. Обязательно с обувью, как все смотрится. Да, за Юлей у нас вход в комнату ИСы, это детская, и там еще спальня, но сейчас, наверное, мы расскажем о... Санузле, о ванной. Вообще, изначально, Юля, вы помните, у нас вот по плану ванна должна была быть в другом месте, да. И мы даже думали сделать две ванны, вот маленькую гостевую и такую полноценную хозяйскую ванну. Но потом мы узнали, что мы ждем ребенка, и очень быстро Юля помогла нам перестроиться, перепланировать и сделать там детскую комнату. Мы о ней расскажем. Что касается ванны, переход в ванну у нас плавный, без порожка. Да, кстати, тоже вот обратите внимание, вот у нас паркет прямо вот до входа, он, вы увидели, что в кухне есть паркет, и в коридоре тоже, и в ванну, когда мы заходим, там уже начинается на полу керамогранит. Но вот эта вот часть, она... абсолютно сделано без шва, так скажем, да? Вы такая... не спотыкаетесь? Нет, мы, не то, что мы не спотыкаемся, мы даже не замечаем, мы даже не понимаем, что здесь что-то есть. Вот, потому что бывают эти накладки да, всякие, да? Постоянно бьешь мизинцы. Да, это очень и некрасиво, и неудобно, поэтому
Это классное было решение. В ванной у нас тоже несколько вариантов подсветки, два варианта подсветки. Ну и в целом давайте расскажем, что там есть. Пойдемте. Мы полностью поменяли дизайн, который был изначально нарисован. Мы установили совершенно другой керамогранит и сделали более природную, можно сказать, ванну. Да. Имитирующий настоящий камень. Да, и камень у нас вот как на стене, можете посмотреть, двух разных цветов, так и сделана наша раковина, тоже, или мойка, как это называется, да, правильно? Да, здесь очень глубокая раковина. Глубокая, но при этом удобная, красивая, и тоже все сделано в цвет с основной нашей гаммой. Да? Также здесь мы установили стиралку и сушку. Мы очень долго спорили с вами из-за размеров. Да, это была прямо война, как нам сделать так, чтобы дверцы, створки открывались и не задевали сиденье от унитаза. Я хотела делать все-таки меньше размер, но я думаю, в принципе, здесь достаточно удобно сейчас. Все получилось. Ну и потом, вот сейчас мы на практике понимаем с маленьким ребенком, что важна не только хорошая стиральная машина, но и сушильная тоже, потому что ребенку все время нужна одежда. А здесь мы условно за 2 часа можем и постираться, и посушиться, и все у нас готово, все очень удобно. Да, причем выше инсталляции мы спрятали шкафы для химии. Да. То есть я думаю, там у вас также хранятся порошки, да, и все, что необходимо для ванны. И большой вместительный шкаф, я даже не знаю, там можно все что угодно спрятать, наверное, сверху. Сверху тоже, да, это место тоже для хранения, очень удобно. Здесь есть ящики у нас, которые выдвигаются, открываются, тоже удобно. Здесь мы можем хранить какие-то вещи. Очень-очень классно. Я вас, Юль, попрошу сюда пройти, чтобы мы показали. Мы, как вы помните, когда мы обсуждали установку гигиенического душа, у нас даже были баталии в комментариях под тем выпуском, что все устанавливается неправильно, что нужно с другой стороны. В итоге мы выбрали вот такое решение, да, что у нас... С одной стороны лейка, с другой стороны включение. Да, для того, чтобы вот нам вместиться в то место, которое у нас здесь есть. И получилось очень даже неплохо. Да, и дверца от... Дверца от стиральной машины полностью открывается. Это удобно, все можно достать. Вот, очень-очень классно. Унитаз мы выбрали, Jacob Delafont называется, это производитель, если я не ошибаюсь, это Франция. Да, и ванна, кстати, такого же бренда у нас. Очень удобный, очень такой вот красивый. Прям красивый, он, как это называется, безободковый. Безободковый, да. Такой очень-очень. Сиденье с микролифтом, которое очень удобно открывается нажатием одной кнопки, и там вокруг все легко моется. Пользуйтесь. Да, да, очень классно, нам прям очень нравится. Ну и понятно, что здесь вот есть 2 кнопки. У нас есть подсветка под ванной, да. И также ниша, чтобы когда вы мыли ребенка, у вас также не ударялись пальцы, было достаточно удобно туда наклоняться. Мы это оценили каждый день и благодарны за это. И также мы совместили все-таки ванную 2 в 1, поставили стеклянную перегородку. Здесь тоже, кстати, у нас очень много черных акцентов. Да. Вот. И душевую систему полноценную. Да, да, то есть у нас вот есть верхняя вот эта лейка. Тропический душ. Тропический душ. Есть та, которая просто вот можно брать классно, удобно с ребенком, потому что всегда можно быстренько помыть. Вот. Отличная ванна, спасибо за рекомендацию. Она с центральным сливом, кстати. Да, мы покажем это обязательно. Здесь центральный слив, что тоже не совсем обычно. Привычно, да. Мы все-таки привыкли, что где-то вот она слева, да, обычно находится эта штука. Вот, ну и нам очень нравится, как все друг с другом гармонирует. Ну, то есть вот графит, светло-серый, вот наш такой беж, который присутствует, черный. Который приходит к нам с основной квартиры, да, цвет. Да, да, и это очень-очень-очень нам нравится, поэтому, ну, здорово. Я даже не знаю, что еще сказать. Мы очень боялись, когда делали ремонт, что эта ванна, что наш санузел будет мега маленьким, что мы здесь будем вот так вот заходить сразу в унитаз или заходить сразу в раковину, но, как вы видите, здесь можно расположиться. Достаточно удобно, и у нас есть, ну, как бы доступ ко всему в целом. Тоже много хранения. Получилось очень-очень хорошо. Спасибо. Ну, кстати,
давайте, пока мы не перешли с вами в детскую, нужно обязательно, наверное, нам напомнить о том, что все вот все покрытия, в смысле лакокрасочные, которые мы использовали здесь, точнее краску конкретно, мы брали в центре красок. Ох, кто-то проснулся. Да, это марка Dulux. Да, это Dulux, мы об этом уже рассказывали. Самое крутое – это то, что она моется. То есть во время ремонта уже столько раз нам что-нибудь заляпают, там оставят какие-то следы. А мы просто подходим, протираем, и все принимает исконный вид, и это очень-очень удобно. Да, причем свет достаточно такой светлый. Да, да, здорово. Это вот центр красок, как и все освещение в нашей квартире. Все освещение мы приобретали в компании... Светки Z. Да, Светки Z или Eglo, бренд, который вы можете всегда найти либо в магазинах по адресам, либо на сайте Светки Z, как сказала Юлия. И вот вы увидели, что и все наши споты, светильники подвесные, там шинопровод. Даже... У нас здесь нету люстр. Да, у нас нет люстр, и вот можно, оказывается, сейчас уже обойтись без люстр в современном мире. Не жалеете то, что не повесили? Не, мы, конечно, не жалеем. У нас и не было такого желания, то есть... Мы хотели максимально минималистично, но при этом ярко, потому что мы ценим свет. Вот. Предлагаю посмотреть комнату Исёки, где, кстати, тоже антивандальные стены. Мы готовились заранее от центра красок. Давайте посмотрим, как у него в комнате обстоят дела. Мой малыш как раз спит, и задрели, и все делают ремонт, он немного просыпается, поэтому беспокойный, да. Поэтому он на руках. Мы, да, живем в новом доме, поэтому какое-то время нам придется мириться с ремонтом, который делают наши соседи. Изначально, Юль, это, да, это по проекту? Санузел. Вот, кстати, наша шапка, которую мы спрятали. Вот, но эта комната тоже, наверное, мы здесь меняли, крутили мебель, наверное, раз пять, может быть, если не больше. Да, потому что нам нужно было все уместить, это и кроватка ИСы, и мы хотели, чтобы здесь был вот тоже на заказ дополнительный раскладывающийся диван. Да, дополнительное спальное место, если, например, наши Ажешки и Апашки останутся ночевать, чтобы следить за нашим сыном, они могут спокойно спать вот здесь, чтобы никого не беспокоить. Да, здесь дополнительно еще появятся полочки. Да, да, мы еще в процессе, это не полностью готовая пока еще комната, но у него есть своя комната, что очень классно, и несмотря на то, что квадратура небольшая, ему ее сейчас хватит для того, чтобы разбрасывать здесь игрушки, ползать, играть и так далее. Ну и с первых дней он спит у нас отдельно. Это очень важно. Да, ну да, да, мы изначально послушали много наших знакомых, и поняли, что это нужно практиковать сразу, поэтому Исёка вот сразу спит отдельно, это его спальное место, мы сюда его кладем, укладываем, усыпляем, как это правильно называется, и все, и он здесь спит. Достаточно комфортная, потому что здесь есть дверь, которая выходит в нашу комнату с ним. То есть он спокойно, когда подрастет, сможет к нам приходить. Также мы сейчас бегаем к нему не через коридор, а вот напрямую сейчас покажем. Вот здесь есть у нас такой проход. Ну и чтобы Исе поступал солнечный свет, мы сюда сделали матовое стекло, чтобы он нас не видел, когда подрастет. Но, тем не менее, ему достаточно поступает, да? Да, да, в комнате достаточно светло в течение дня, что, конечно, немаловажно. Просто так получилось, что у него в комнате окна нет, и нам нужно было решать, ну, как обеспечить доступ. А в нашей спальне, наоборот, витраж, и света слишком много. Это поэтому, правда. Да, поэтому вот мы таким образом решили... ну, вот эту проблему. Ну и благодаря такому решению у нас есть, особенно ночью, это очень важно, вот такой быстрый доступ в комнату ИСы. Мы можем из своей спальни быстренько перебежать напрямую, не обходя через коридор. Это крайне полезно сейчас, когда он еще маленький. Ну а дальше мы, конечно же, закроем эту дверь на ключ, а ключ выбросим для того, чтобы он не мог забегать в нашу спальню. Вот, кстати, о спальне. Давайте посмотрим, как мы использовали не очень большое пространство, чтобы максимально вместить все, что нам нужно в нашей спальне. Пойдемте. Идемте. Ну что,
что, добро пожаловать в нашу спальню. Никогда не думал, что буду рассказывать о своей спальне, но вот рум-тур — это такое дело, нужно показать все, и поэтому сюда мы вас тоже приглашаем, пускаем и рассказываем. Юль, у нас не так много здесь квадратов в этой нашей небольшой спаленьке, нам нужно было тоже здесь все уместить. Во-первых, мы поставили, понятно, что кровать. Большую кровать. Это было наше пожелание. Мы привыкли спать на таком king-size матрасе, кровати. И поэтому выбирали в Эшли тоже кровать соответственную, чтобы было удобно. Потому что мы тоже рассчитывали, что иногда один маленький разбойник будет к нам прибегать. Да. Ну, ночевать, мы обсуждаем этот вопрос, скорее всего, нет. Но прибегать точно, поэтому нужно было достаточно широкую. Взяли кровать в Эшли, как вы помните, если видели. И мы очень-очень рады, что вот кровать мы взяли именно такую. Во-первых, устойчивая, удобная, классная очень у нее спинка вот эта. То есть опереться, там, когда Лаура, например, кормит ребенка, или мы просто отдыхаем иногда там в кровати, можно выпить кофе. Очень-очень классно. Дополнительно хочу сказать, что кровать на ножках, да. То есть спокойно ее можно там мыть, протирать, да. Не будет скапливаться, заедет робот-пылесос. Да. Еще есть также ящики для хранения, которые выдвигаются вперед. Сбоку ящички для хранения, и это очень удобно. Здесь можно, там, мы храним тут полотенца и другие вещи, и это прям здорово, классно, нам это очень-очень нравится. Нельзя не сказать отдельно про матрас. Вы были свидетелем процесса выбора. Мы взяли матрас Fielding Unders у этого производителя, и никогда я так хорошо не спал. Я сейчас не преувеличиваю, потому что у меня было такое искажение, мне казалось, что матрас должен быть мега жестким, и тогда я буду классно спать, у меня не будет болеть спина или шея, хотя проблемы есть. Но там мне специалисты объяснили, что это неправильно, и матрас, который нам подобрали, мы сейчас так кайфуем, просто это так удобно. Я так хорошо, во-первых, никогда не спал. Единственный, может быть, близкий к этому опыт был в каких-то мега крутых отелях, где действительно вот тебе продают сон, спальное место, и поэтому там выбирают матрасы тоже очень-очень вот с умом. Поэтому Fielding Unders за их матрасы, за их классные ортопедические подушки большое спасибо. Если что, имейте в виду, это очень удобно. Юль, по свету. Также мы обратились в Эгло или в Свет.кз, и вот мне нравится акцент, который вы выбрали, расскажите про них. Да, у нас здесь также три типа освещения. Первый — это обычные споты, которые мы включаем, если нам надо яркое освещение. Есть добавочные световые линии, которые идут с двух сторон комнат. И также брашки дополнительные, которые включаются как раз от кровати. И брашки, кстати, разные, они не одинаковые. Да, да, они не зеркальные. Да, и так как у нас там висит кондиционер еще, вот, мы выбрали вот такое решение. Да, это очень-очень красиво и ночью мега атмосферно, когда мы включаем вот не основной свет, а только подсветку и либо бра, либо подсветку. Прям очень здорово. И очень эти речки, красиво. Они еще так дают, подчеркивают. Да, рейки, кстати, на дизайне изначально были, но потом, когда мы начали жить, мы подумали, может быть, нам рейки не нужны, но вот как-то... Но после установки рейк мы поняли, как много они добавляют характера, атмосферы, как сразу становится интересно. И попытались выбрать так, чтобы это все вместе сочеталось и хорошо смотрелось. Опять же, наши стены, цвета, которые мы выбирали в Свет.кз, и поэтому все-все смотрится здорово. Если посмотреть вот на этот угол, здесь, пройдите вот так, ребят, наверное, чтобы было видно, здесь такая моя... небольшая крепость одиночества. Здесь я могу присаживать Юль, здесь можно иногда спрятаться. Здесь можно почитать. Ну, больше я тут прячусь с ноутбуком, когда мне нужно срочно что-нибудь смонтировать или там откомментировать и так далее. Мы предусмотрели здесь сразу розетки. Да, опять же, шнайдеровские розетки у нас здесь встроены. Очень-очень удобно. Классно, и меня никто не видит. Это мой домик. Да, кстати, прям не видно со входа. Да, со входа не видно, и здесь я в домике, да. Ну и здесь я хочу, чтобы вы обратили внимание на мою личную гордость, на мой арт-объект. На стене вы видите потрясающую картину в классном просто оформлении, и это телевизор.
Это фрейм от Samsung, и мы очень-очень рады, что у нас получилось именно эту модель встроить в нашу спальню. Вообще, в целом, я против телевизоров в спальне, потому что я думаю, что, ну, мне кажется, что они, казалось, что они не нужны. Но потом, когда у нас появился... Вы можете никому не говорить, что это телевизор. Вот именно, сегодня люди приходили и подумали, какая классная картина, и даже не подумали, что это телевизор. Фрейм — отличная модель, потому что вот можно использовать как картину на стене, как арт-объект какой-то. Она очень тонкая, что было здесь, кстати, немаловажно. Вот да, у нас небольшой проход, поэтому вот то, что картина, точнее, сам телевизор и рамка такие тонкие, это создает такое ощущение, что действительно просто висит какой-то вот арт-объект на стене. И это круто смотрится, опять же, мы попали по цвету. Почему я был против телевизоров раньше? Мне казалось, что, ну, зачем вот еще лежать в кровати и смотреть телек? Можно же это делать в основной комнате. Но когда появился ребенок, иногда мы понимаем, что там, условно, днем или даже вечером, вечерний сон, он может уснуть в зале. Иногда ему нравится там уснуть на диване или в своей маленькой люльке там и так далее. И там уже ничего не поделаешь, поэтому мы его оставляем там. Сами убегаем сюда, и здесь мы можем смотреть то, что вот у нас накопилось, потому что сейчас, конечно, не так много времени уже на просмотр чего-то. Ну или там я даже могу смотреть свои выпуски, мониторить, отслеживать там, все ли окей, или нужно что-то поправить перед тем, как их выставлять в YouTube. Ну что, друзья, раз уж я сказал, что я очень-очень горжусь тем, какой у нас здесь висит телевизор, я хочу вам рассказать несколько интересных вещей про него. Во-первых, мне очень нравится, помимо всех визуальных преимуществ, помимо того, что он мега тонкий, посмотрите, как он классно смотрится на стене, мне очень нравится передача цвета, потому что она позволяет вот как создать эффект полотна такого, что глаз действительно обманывается. Кажется, что здесь висит холст, висит картина. Но когда ты начинаешь пользоваться им в режиме просмотра телевизора или каких-то сервисов и так далее, то тоже все очень-очень здорово выглядит, очень ярко. Вот там можно включить, например, какое-нибудь видео, где можно посмотреть, какая здесь цветопередача и насколько здесь все вот там классно видно, слышно. Мы, когда тестировали, тоже удивились, насколько твой глаз просто радуется, когда ты все это видишь. Ну и когда ты переключаешься в режим просмотра просто вот контента, телевидения, конечно, ты поражаешься, насколько вот потрясающая цветопередача, глубина цветов какая, какой потрясающий здесь черный. Ну и вот разрешение позволяет видеть мельчайшие детали, это прям классно. Отдельно про пульт. В модели 2021 года пульт стал еще удобнее и тоньше. Более того, он теперь не требует батареек, он заряжается от солнца. Сзади есть вот такая вот панель, которая позволяет просто положить его на солнышко, и он подзаряжается. Если же вы не успели это сделать, то через USB Type-C можно быстренько его зарядить. Очень-очень удобный, очень-очень такой вот приятный в руке. Ну и вот эта вот фишечка, конечно, меня просто покорила. Поэтому фрейм от Samsung — это действительно... Это действительно искусство, действительно новое достижение, если вы рассматриваете, выбираете модель, однозначно. Круто смотрится, классно просто служит. А, я забыл, что самое потрясающее здесь, это возможность с любого смартфона на любой операционной системе просто кинуть сюда свой контент. То есть есть зеркальный экран, точнее, вот или AirPlay, если у вас iOS, и вы просто нажатием одной кнопки все можете смотреть со своего телефона на этом крутом телевизоре, при условии, что вы в одной сети Wi-Fi находитесь. Это так классно, это так удобно. Никаких больше шнуров, кабелей. Сказка, просто сказка. Ну и лежать у себя в спальне на удобной кровати и смотреть такой контент, это, конечно, дорогого стоит. Так что, ребята, это The Frame от Samsung, и он мега крутой. Спасибо. Также, мне кажется, будет интересно рассказать, что у нас спрятано вот за вот этой вот стенкой. Да, за этой стенкой у нас спрятан наш небольшой, но мега-мега полезный гардероб, да. В который можно войти. Сейчас мы до гардероба дойдем. Я просто хочу, чтобы на секунду вы обратили внимание тоже, пока мы здесь находимся, на то, что у нас вот над тумбами, что над этой, что вот над той,
находятся дополнительные наши розетки, выключатели от наших бра, ну и в розетке встроены наши зарядные устройства сразу же с Type-C USB, что очень удобно, и обычным USB, поэтому мы теперь не переживаем, что у нас там торчат большие зарядные устройства, вот маленький проводочек и ничего лишнего, это крайне удобно. Еще классно, что вот здесь, с одной стороны, всегда хочется, чтобы зарядка была мега быстрой, и у нас есть отдельные быстрые зарядки. Здесь она не такая быстрая, но зато можно заряжать ночью и не переживать, что что-то случится с твоей батарейкой. Вот, поэтому мы благодарны. Более того, мы здесь еще спрятали две розеточки у нас есть снизу, для того, чтобы, если вдруг нам что-то нужно будет здесь подзарядить, там это могут быть пылесосы, все что угодно, то всегда у нас эта опция существует. Ну, тоже здесь у нас витраж большой, сейчас очень светло, поэтому мы показывать не будем. И да, паркет такой же, как и в других комнатах. Ну и нужно теперь показать наш гардероб, я думаю. Да? Давайте покажем. Мы, понимая, что места очень мало, решили вот гардероб наш скрыть за такой дверью, которая... Книжкой. Да, дверь, так называемая дверь-книжка, которая вот таким образом раскрывается, и мы попадаем в это пространство. Здесь полки, мы можем здесь вешать свою одежду там, и так далее, хранить все, что необходимо, даже там чемоданы на верхних полках, прятать все, что вот не должно лежать в открытом пространстве. Понятно, что мы пока еще не все перевезли, мы еще в процессе, и впоследствии здесь все заполнится, но в целом, опять же, вот спасибо Юле, мы думали, что места не хватит, но места очень много, ребята наши Sarastone классно все вот нам расположили, тоже сделали, ребята из Казремонт все очень круто нам установили, и поэтому мы прям очень-очень довольны, что у нас есть вот такой небольшой, но отдельный гардероб, потому что другой вариант, следующая опция была бы ставить здесь шкафы, опять шкафы, шифоньеры, как мы привыкли, но мы очень хотели от этого отойти. И вот классно, что Юля придумала нам такую опцию. Здорово. А вообще по задумке была правая часть мужская, левая женская. Вы еще не делили? Не пользуетесь так? Так и есть. Правая часть моя, левая часть Лауры. Угу. Да, мы все поделили поровну пока. Но это пока. Я думаю, что мы там еще... Пока, мне кажется, ваших вещей больше, чем Лауры почему-то. Она не все перевезла просто, да. Да, есть такое. Но впоследствии, я думаю, что мы все заполним. Ну, вот, собственно, и наша спальня, и, собственно, наша квартира. Мы все рассказали, Юль? Вроде все. По-моему, мы все рассказали, да. И мы к этому очень долго шли, мы очень долго работали над этим проектом, над нашим домом. Поэтому я, конечно, в первую очередь, Юль, большое вам спасибо за то, что вам вы спасибо большое поработали с нами, предложили нам классные решения, потому что, заходя в коробку пустую, ты не понимаешь, что из этого можно сделать. И здорово, что так все классно у нас получилось. Спасибо большой команде Казремонт, которая все это осуществила, довела до нужного состояния огромными усилиями, терпениями, потому что со мной не просто работать, я очень требовательный, какие-то вещи я просил переделывать, потому что это процесс, и иногда нужно добиться максимально хорошего такого результата, поэтому мы над этим усердно работали. Большое спасибо всем, кто принимал в этом участие. Ну и я надеюсь, что мы на ваши вопросы ответили. Если нет, обязательно напишите в комментариях, мы постараемся уточнить. Юля, кстати, тоже всегда отвечает на комментарии. Вы можете задать ей вопросы. Сильно не наезжайте, задавайте вопросы, но без наездов, и Юля вам все объяснит. Ну, собственно, по-моему, все. Лаура, тебе нравится? Очень. Ты довольна? Ой, кто встал? Ой. Он не готов к камере еще, он, да, не проснулся. Ну что, друзья, мы пойдем успокаивать нашего сына. А вам большое спасибо за то, что все эти месяцы вы были вместе с нами, смотрели наш ремонт. Если мы когда-нибудь еще решимся, соберемся делать ремонт, мы обязательно это тоже вам постараемся показать. Не забывайте подписываться, задавайте ваши вопросы. Все контакты всех, кто принимал участие в этом проекте, будут в описании под видео. И от вас ждем обратной связи и ваших вопросов. Спасибо большое, Юль. Спасибо. Спасибо вам большое. Да, до скорого. Всем пока.
что, друзья, подведем итоги. Несколько месяцев мы с вами работали. Спасибо большое, что вы следили за нашим процессом. Конечно, мы хотим сказать спасибо всем, кто помог вот этой нашей мечте осуществиться. В первую очередь, это наш дизайнер Юлия Кравцова. Обязательно на нее подписывайтесь. У нее куча полезного контента, если вы делаете ремонт. Ну и вообще, вы очень много всего узнаете. Большое спасибо команде Казремонт, которая исполняла все задумки Юлии, все наши пожелания и довела все до состояния, которое нам очень нравится. Мы уже сказали вам о том, что вся наша мягкая мебель, стол, стулья, кровать были приобретены в магазине Ashley, Ashley Home Store, это американская мебель, очень крутая. Все наши смеси здесь, наш наливной пол, все наши затирки и прочие-прочие стройматериалы, без которых невозможно сделать такую красоту, это компания Bergauf, за что я огромное-огромное спасибо. Наше освещение, это Светки из Эт или бренд Эгло. Все наши стены покрашены красками, которые мы покупали в центре красок. Тоже потрясающий ассортимент, отличное качество и, конечно же, очень-очень крутой сервис. За все наши встроенные шкафы, гардероб, нашу потрясающую кухню, места хранения и даже некоторые небольшие предметы мебели, которые мы дозаказывали, отвечала команда Aerostone, за которую огромное спасибо за профессионализм, за сроки, за качество, ну и за отношения. У них потрясающее отношение к работе. Вся техника наша бытовая в нашей любимой кухне от компании Bosch, и мы несказанно рады, что именно этот бренд мы выбрали для того, чтобы использовать его у себя дома. Я думаю, вы уже обратили внимание на то, какие у нас потрясающие розетки и выключатели. И это, конечно же, от Schneider. Schneider, вы крутые. Очень-очень-очень здорово. Я вам об этом говорил, но буду повторять постоянно, что сон очень важен. Поэтому наш матрас от Hilding Anders – это был самый правильный выбор и самая лучшая инвестиция. Поэтому не экономьте на своем сне, как сделали мы вместе с Hilding Anders. Я очень много вам сегодня рассказывал о телевизорах от Samsung. Это не случайно. Они не только для того, чтобы смотреть контент, они еще и создают потрясающий уют и даже могут выглядеть как замечательный, уникальный арт-объект. Поэтому, Samsung, вы крутые. Шторы для нашего дома нам изготовили Sofia Art KZ, за что им большое спасибо. Друзья, если вам интересно все это, все ссылки будут в описании, поэтому не забывайте, смотрите. Ну и, конечно, большое спасибо, что вы все это время были с нами, поддерживали, задавали вопросы. И, конечно, конечно, всем еще раз, кто помог нам осуществить этот ремонт, большое-большое спасибо. Мы с вами не прощаемся, не забывайте подписываться, потому что будет много-много интересного на этом канале. Поэтому увидимся скоро. Пока! Спасибо всем, кто смотрел все это время, следил за нашим ремонтом, вот, и всем, кто помог нам его сделать. Да, вы все очень крутые, большое вам спасибо. Не забывайте нас подписываться, потому ставить что... лайки. Да, впереди будет много всего интересного. Ну, а мы пойдем развлекать нашего принца. Всем пока! Пока! Спасибо! Пока-пока!